у меня Бог в душе. Да ладно! Так говорят, когда не очень хочется ходить в храм. И вообще часто считают, что все религии равны, просто каждая из них говорит о своем пути к Богу. Поэтому достаточно иметь свою собственную веру и идти к Богу по-своему. Конечно, гипотеза довольно спорная, и любой священник сразу начнет с вами спорить. Как вы смеете? Вера, как таковая, это не изобретение человека. Вера дана от Бога свыше и является принадлежностью религии. Сегодня же просто хотят обезличить Бога, отодвинуть религию в одну сторону, а веру оставить саму по себе. Если верить в своего Бога, свое мнение считать только единственно правильным, такому Бог попросту не нужен. Потому что что хорошо, что плохо, решаешь ты сам. Ты всегда можешь себя оправдать, ты всегда готов себя пожалеть, зато с радостью осудишь кого-нибудь другого. Раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить, искупить. Все. И по сути получается, что человек верит в своего Бога, имеет в душе какую-то свою собственную церковь и, наверное, если честно себе признаться, является в ней Богом. Или скорее идолом.